сегодня едем в комнату развлечений. Сегодня мы устроим игру «Секрет». Сегодня у вас будет квест «Найди сладости» на детской площадке. Давай скорее ищем первую сладость. Сахар? Да. Ну-ка, давай посмотрим, что это такое. Мы же нашли. Это ириски со вкусом дуриана. Давай скорее попробуем. Дайте Миру попробовать. На что похоже? Вкусно? Похоже на папайю. На папайю? А только это дуриан. А на вкус как? Прикольно. Необычно, да? Пахнет. Фу, что-то пахнет не очень. Интересно. Ну, давайте искать следующие сладости. Это бензин. Еще какие-то конфетки. Дайте попробуем. Какие-то японские конфетки. Мы посмотрим, что это такое. Это что внутри? Это просто шоколадные конфетки. А как вкус? Вкусно? На вкус шоколад. Как шоколад? Шоколад. Ну, прикольно. Надо искать дальше. Садись за стульчик. Садись. Садись скорее. Поищите здесь на столе где-то должно быть. Садись, садись на стульчик. Покажи, что это такое. Вот. Покажи-ка нам, дай посмотрю. Это что это такое? Давай попробуем. Это со вкусом манго. А как это открыть? А где оторвется? Давайте я вам покажу. А, здесь. Нашла? Мы открыли наконец-то это что-то, пробуем. Что это? Манго? А что это, ириска или жвачка? Ириска. Ириска, думаешь? Вкусно? На вышках мы жвачки. Жвачка. Это жвачка, смотрите, здесь чума. Классно, бегите дальше. Не хочешь? Сиян, ну хочешь попробовать походу? Сиян, смотри. А ты где мама? У нас спать походу. Попробуй. Ищи здесь скорее. На полу ищи. Что это, покажи? Садись. Дай-ка я, дай посмотрю, почитаю. Это жвачка в тюбике. Эй! Как? Вы пробовали такие жвачки?
собачка. Сюда поближе ползи ко мне. Кузьма, Кузь кумит. Прикольно, ну все, хватит. Побежали дальше искать. Скорее, ищи здесь. А что? Садись скорее. Что это? Покажи, покажи. Лисава! Сладкие какие-то. Арахис в шоколаде. Ой. Здрасте. Фиксики. Вот так высыпать. Малыш тоже хочет, когда ему одну шарику. Это Марис. Это Марис. Надо сияние дать. Иди отнеси сияние. Бегите дальше. Покажи, что это. Сейчас. Покажи фантик, дай посмотри. Это жвачка бургер. Покажи. Жвачка гамбургер. Со вкусом гамбургера? Да ладно. Жвачка со вкусом гамбургера? Вкусно? Вкуси половину. Покажи, что там. Покажи. Говорят, там есть настоящий кетчуп. Представляешь, жвачка с кетчупом. Вкусно? Там лимонник. Немножко кетчупа. Я все. Классно. Бегите дальше. Последняя сладость. Ищите. Ух ты, теперь все это дело надо запить. Покажи, что это такое. Ух ты, какой-то напиток с зернами и со вкусом личи. Для тебя тоже есть кое-что вкусненькое. Посмотри, это за ушком. Опа! Что это такое? Покажи, что это. Кофе! Кофе! Ну-ка, давай-ка, мы любим кофе. Ой, кофе в шоколаде. Ой, это же у нас леденец. Да, это леденец кофейный оказался. Это мороженое кофе. Я думала, кофе в шоколаде. Ну ладно. Ты рад? Yep. Мы смогли открыть. О, сейчас попробуем. Первая будет пробовать у нас Яна. Необычный напиток. Вкусня? Тимир, мы смогли открыть эту бутылку. Ну-ка скорее попробуй. Напиток с семенами чиа. Со вкусом чи. Со вкусом личи. Вот. Вкусно? Необычненько, да? Ну, сейчас будешь кушать пиццу и запивать этим напитком. Лисава, мы открыли бутылочку. Попробуй скорее. Ну как? Необычно? Вкусненько. Это лук, я не буду. А это не лук, Лисава, это ананас. Попробуй пить. Вкусно? А там кетчуп. Кетчуп? Да, и пепперони. Вкусные, любимые. Как тебе с ананасиком? Вкусно. О, да. Вот, я такой большой. Это надо.